Земляница купает. Фирменное упражнение показывает. Ага. Она машет туда-сюда. Получается вниз, вверх. Сколько боли? Подушку, может, под локти. Так хочется на пляж куда-нибудь. Отлично. На горячий песок, знаешь. Можно было бы на полдня съездить. Ну, как бы не окунуться просто и потом вернуться. Лучше уж хотя бы на пару дней. Ну и хотя бы, имеется в виду, если совсем возможности нет. Ну, на пару. Съездим все вместе. Ну, как вариант, можно. Я просто все лето это предлагала. Кому? В смысле, я предлагала и на Розовое озеро съездить, и поехать куда-нибудь, не знаю, в сторону моря, там, на сутки, там, надо было. Ну, насчет Розового моря, я помню то, что мы на фотосессию туда хотели, на видеосъемку. А насчет моря я что-то как-то особо не помню, что ты предлагала. Ну, ты, может, кому-то другому предлагала. Не, я тебе говорила, что еще можно на этой, как она, электричке, как она по-другому называется. Угу. Ласточки. Ласточки. Сесть в 7 утра, допустим. 8:30 уже были где-нибудь. И обратно там в 7 вечера. Ну, то есть, это если прям день обратно. Да можно хоть на море в Сочи поехать. Я только за. На день, на два, как бы. Это не критично. Больше. Просто одно дело для работы ехать, а другое дело для отдыха. Ну вот, можно на два дня, допустим, день съемки, с вечера там ты отдыхаешь уже. Потому что я помню, ездила когда на море, я такая подумала, блин, я еще собралась здесь работать. Ну, типа, прям тяжело, жара. Да, ну, просто если себя настроить, то что вот вы сейчас приезжаете, вы пока не отдыхаете, вы типа заснитесь, вот потом с вечера. Ну, не, понятно, что в любом случае надо. Просто реально надо тогда, ну, прям несколько дней брать, чтобы успеть. Хотя бы на пляже полежать. Я хотя как бы особо не любитель на пляже лежать, но иногда прям так хочется. Хотя бы прям чуть-чуть, знаешь, на солнце порумяниться. Мы вообще такие молодцы, у нас здесь море, блин. Ну, я-то все лето проездила. Два часа есть, ну, как бы, на этой электричке. Ты чё? Ты какого? Ну да, но не до Сочи. Ну не до Сочи, нет, я смотрела.